Нерест красной рыбы окончился в реках национального парка «Земля леопарда». Государственные инспекторы защитили природные нерестилища от посягательств браконьеров и обеспечили ките возможность оставить потомство. Реки Южного Приморья ежегодно становятся местом нереста симы и киты. В этом году государственные инспекторы добились образцовых показателей. Лишь единожды браконьеры успели добыть красную рыбу, но были быстро задержаны и стали фигурантами уголовного дела. В остальных же случаях были составлены лишь протоколы об административных нарушениях. То есть злоумышленники были задержаны еще до того, как успели добыть рыбу. Всего таких случаев было 16.